которых возглавлял Киева, помните, такой Илья, который сейчас удрал, депутат, который удрал сейчас Москву. И вот эти киворасы занимались нехорошими делами. Они уехали в Киев, и в Киеве ставили маячки, они ждали русский мир. Вот. И поэтому буквально несколько дней назад группа этих киворасов из Севердонецка, а их было около 10-12 человек, в общем, 6 человек, 6 их трупов были найдены в посадке под Киевом. Значит, они были расстреляны, вот, без суда и следствия, вот, были казнены, вот, и так будет с каждыми мудаками и уродами, которые посягнули на территориальную целостность нашей страны.